Осень, любимая мною пора, осень и красок ярких игра. Красиво листва в хороводе кружится, на землю ковром она пестрым ложится. Приятно пройтись по такому ковру, листочки шуршат под ногами. Я сейчас их в осенний венок соберу, венок в желто-розовой гамме. Осень, любимая мною пора, но жаль, недолго продлится она. Я приглашаю на сцену фортепианный ансамбль. Герасименко Анастасия и Нестерова Алена исполнят пьесу Хачатуряна «Галоп». Безнадежно в туманный перламутровый закат. Для вас играет Столбов Егор. History. Thank you.
попсовая музыкальная. Молодец. Иван Васильевич. А вы слышали музыку директор осень? Музыкальной как школы. Она мелодично звучит, как травинка с хрустальными росами, танец молодец. Звезд серебристых в ночи. Разноцветная, теплая, тихая, звуки словно листочки кружат. Но осенние часики тикают, скоро, скоро пройдет листопад. Снова слушаю музыку осени, к сожалению, уже финал. В ноябре всюду снежные россыпи, ведь осенний так короток бал. Встречайте Петренко Ярослава. Ух ты, какая композиция тут у нас. А почему же я об этом не знал? Вот так вот, друзья. Идет концерт. Музыканты. Здравствуйте. Красивые какие композиции, Кать. Вы делали, да? Нет, Лена делала. О, а когда же ее убирать будут? Ну, там, наверное, еще будет стоять. Постоит? День сельского. Все, понятненько. С другой стороны уже. Саша с Надей еще гуляют. Молодцы. Сань, а там концерт, зайдите, посмотрите. Не хотите? Нет. А? Нет. Да, Ангелинка сейчас будет капризничать. А, может, да? Ага. Концерт какой-нибудь, да? Если бы были мультики какие-нибудь, можно. Ясно. Ну, лады, давайте вам. Совет да любовь. Живите дружно и счастливо. Спасибо. Олег, тогда смотри. Пусть наберет, как придет. Лена, здравствуй. Ну а мы едем дальше. Всем привет. Из станицы Преображенска.
Надо, наверное, с Олегом прийти. Вот сюда. На тренажеры. Все в рабочем состоянии. Кто хочет, тот может. Вот с Олегом, наверное, придем на днях. Пока тепло еще. Всем добра, всех обнял.